Телеканал КРТ представляє. Ткаченко вже більше не позаштатні радники РНБО. Ось така офіційна відповідь на запит засобів масової інформації до Радбезу. Там зазначено, з 24 березня ні Сивохо, ні Ткаченко вже не є радниками секретаря РНБО на громадських засадах. Сергій Сивохо своє звільнення прокоментував так, цитую: «На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну та ховати голову пісок під тиском активної меншості. Ми з Ткаченком не засмучені втратою посвідчень, але ми переживаємо про втрату Донбасу». Кінець цитати. Пане Руслане, зважаючи, що ви звідти, так би мовити, це ж для вас тема, з горловки, так, це для вас тема дуже близька. Будь ласка, Зеленський взагалі показав таким чином, з цим скандалом зі звільненням Сивохи, він показав таким чином, що він не підтримує Національну платформу примирення? Давайте відкровенно. Зеленський таким чином не показав нічого. Він показав свою слабость як руководителя, лідера і президента. Це перший питання. Уровень сьогодні верхнього рівня влади, президента, офісу президента і всіх інших, говорить про те, що вони сьогодні готові віддавати своїх людей. Они готовы предавать любых. Они сегодня готовы просто всех отстранять в сторону, только чтобы сохранить власть. Извините за откровение. Такого уровня предательства верхних эшелонов власти не было даже у предыдущего пятого президента. Он хотя бы оставил своих людей. Уровень, когда своих людей просто отдают и продают, и предают, ну просто бросая в никуда, ну это минимум грустно, а вообще-то нас ведет к последствиям. Теперь следующий вопрос. Просто по Сивохо, и именно для меня это больной вопрос. Я вам скажу просто и откровенно. Можно идти по войне, можно идти по платформе, можно идти как угодно. Нужно принять хотя бы одну дорогу, по которой нужно идти. Дякую. Пане Олександре, от, власне, 92 роки має тато і мама Сергія Сивохо. Він шостий рік не може бачити своїх батьків, які там в Донецьку. Він свідчив всього, що узгоджував цю національну платформу з президентом. Напевно, президент його, коли став на ту посаду радника, бо він там програв в себе вибори, так? Для того якраз, щоб доказати, що він президент миру. І тут, як ваш опонент каже, така зрада зрадна. Я, чесно говоря, в Сивохе не вижу там особого переговорщика или человека, который, может быть, как-то там консультирует. Мне достаточно было одного, как это лакмусовая бумажка, его высказывание о том, что у нас оказывается гражданский конфликт. Я не поддерживаю эту точку зрения, потому как у нас война, у нас есть агрессор со стороны Российской Федерации, так или иначе. То есть те люди, которые этого не признают, они либо глупцы, либо же они просто работают условно на страну агрессора, так называемые коллаборанты, и достаточно посмотреть на ту же партию ОПСЖ, которая в Крыму, когда люди не гинут в Крыму, и там есть российская армия, то чем отличается ситуация, что, допустим, когда российская армия есть на Донбассе? Конечно, она отличается, потому что здесь гибнут люди. А чему в Крыму не гинут? А там тоже российская армия. Да, но вы немножко понимаете географию, вы же видите. Это украинская земля. География – дело, давайте откровенно говорить, в международном сообществе и в Украине. Когда подавались документы на Крым и когда признавалась оккупация Крымом, а действительно Украина формировала пакет документов на признание Крыма оккупированным, по поводу Донбасса в Украине во время Порошенко его правящей коалиции не подавались документы на оккупацию Восточной Украины. Это факт. Дякую. Секундочку, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера.